ходе беседы с представителями администрации и депутатом городского совета депутатов Александром Якушиным жители Ферсановки пожаловались на качество воды в реке Сходня и попросили организовать проверку. По итогам встречи сотрудники химводоканала взяли образцы воды для экспертизы. В нашей лаборатории, которая находится в Химском водоканале, будут проведены все анализы, и после этого мы дадим свой ответ, насколько вода чистая. Экспертиза проводится в течение суток. Воду проверяют на мутность, загрязнение, примеси и наличие нефтепродуктов. После этого специалисты выдают заключение. Эти мероприятия проводятся регулярно и проводятся в целях регулярного системного анализа воды в реке Сходня. Что требуют жители, что требует действующее законодательство. Системный анализ воды проводится не только в реке Сходня, но и в других реках округа и всего подмосковного региона.